Имажинизм в литературе. Кратко самое главное. Представители имажинизма делали упор на образности поэзии, отсутствии клише и эпатажности. Главным художественным средством становится метафора. В поэзии имажинистов не было единой темы или настроения. Были и пессимистические произведения, и стихи, наполненные патриотизмом. Течение распалось в 1925 году. Среди представителей имажинизма можно выделить Есенина и Мариенгофа. Характерные черты имажинизма. Первое. Главенство образа как такового. Образ – максимально общая категория, подменяющая собой оценочное понятие художественности. Второе. Поэтическое творчество есть процесс развития языка через метафору. Третье. Эпитет есть сумма метафор, сравнений и противостояний какого-либо предмета. Четвертое. Поэтическое содержание есть эволюция образа и эпитета как самого примитивного образа. Пятое. Текст, имеющий определенное связанное содержание, не может быть отнесен к области поэзии, так как выполняет скорее идеологическую функцию. Стихотворение же должно представлять собой каталог образов, одинаково читаться с начала и с конца. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.